Мы с вами возвращаемся к книге пророка Иезекииля, и мы в первом большом разделе книги, и переходим сегодня ко второму подразделу. Начинается он в восьмой главе и заканчивается 19 главой. Восьмая глава указывает на то, что мы перескакиваем хронологически на год вперед, после следующих событий. Первый, первый стих 8 главы, и было в шестом году, в шестом месяце, в пятый день месяца, то есть сентябрь. 592 года до Рождества Христова. И если вернуться к четвертой главе, тут интересный такой момент открывается интересное действие, точнее, Иезекииля, когда он лежит на боку за грех Израиля и за грех Иуды, за беззаконие Израиля и Иуды. И мы с вами видели, что в общей сложности проходит 430 дней. То есть 390 на левом боку, Потом 40 дней на правом боку. И мы до сих пор с вами не знаем, что это означает. Это, собственно, один из тех вопросов, на который мы получим ответ в будущем, когда эта книга откроется нам целиком. То есть это, что он говорил о прошлом, о прошлом и настоящем, о настоящем будущем, или все в будущем. Мы об этом с вами говорили две недели назад. Но именно во время этих 430 дней мы с вами переходим вперед, на самом деле даже меньше 430 дней, она здесь проходит. И таким образом, я думаю, мы лучше понимаем, какова ситуация в восьмой главе. В этот день, по свидетельству самого Иезекииля, он был взят в видении в Иерусалим. 8 глава, 3 стих. «И простер он как бы руку, и взял меня за волоса головы моей, и поднял меня дух между землею и небом, и принес меня в видениях Божьих в Иерусалим». Где находится тело Иезекииля? В Вавилоне лежит на боку. То есть, если бы вы были тогда в доме и смотрели на Иезекииля, и наступает 17 сентября 592 года до Рождества Христова, то есть так датируется это видение, видение. и вы бы увидели, как Иезекииль лежит. Вы ничего не знаете про Иезекииля, потому что он ведь не говорит ни о чем. Он действует, иногда что-то говорит. Но по большому счету вы можете сказать так, но он постоянно где-то не здесь летает. А где он сейчас летает, непонятно. Так вот, в этот момент он летает в Иерусалиме. Он взят для того, чтобы увидеть, что происходит в городе. Он находится с пленниками в Вавилоне, но он в видении своем отправляется в Иерусалим. Он отправляется, чтобы увидеть, что же там происходит. Восьмая глава. Ему дается скрытое понимание того, что на самом деле происходит в храме, или точнее за стенами. То есть как священник, ну, в отличие от среднего жителя Иерусалима, который ведь не мог войти туда внутрь, он мог войти только во внешний двор. А Иезекииль – священник, и он попадает во дворы храма. И он видит эту мерзость, которая там происходит. Он видит все, что происходит, и все, что скрыто от народа, от глаз людей. И вот тут мы переходим к девятой главе, и Бог посылает человека, одетого в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца. И он идет по городу Иерусалиму, и дальше мы читаем 9 глава, 4 стих, он должен пройти по Иерусалиму, и на челах людей, скорбящих, воздыхающих о всех мерзостях, совершающихся среди него, сделай знак. То есть даже жители Иерусалима, которые не знали о том тайном, что происходит в храме, должны были понять, что этот город полон отвратительными делами. И были люди, которые вздыхали об этом, которые стенали об этом. И когда они отмечены будут, тогда нужно поразить всех остальных. Шестой стих. «Старика, юношу и девицу, и младенца, и жен, бейте до смерти». Но не троньте ни одного человека, на котором знак, и начните от святилища моего». И начали они с тех старейшин и так далее. То есть начинается все с тех uh, священников, которые остаются. Начинайте с тех старейшин, которые были пред домом. И сказал им, «Оскверните дом и наполните дворы убитыми» и выйдите, и вышли, и стали убивать в городе. И к концу 9 главы дело завершено. И 11 стих. «И вот человек, одетый в льняную одежду, у которого при поясе прибор песца, дал ответ и сказал, «Я сделал, как ты повелел мне». Дальше, 10 глава. Слава Господня отходит от храма. 11 глава. Это неправедные цари, неправедные правители. Над ними начинается uh, суд. 13 стих. «И было, когда я пророчествовал, Фалтия, Сын Ванеев умер. Это один из тех 25 правителей, которые участвовали в оскренении храма. И, то есть он умирает. Это признак, это знак того, что начался Божий суд. И вот в результате, 13 стих, когда Фалтия умер, Езекиил говорит, «И пал я на лицо, и возопил громким голосом, и сказал, о Господи Боже, Господи Боже, Господь, неужели ты хочешь до конца истребить остаток Израиля? То есть он, наверное, увидел, на скольких людях на самом деле это этот знак защиты. И это было немного людей. Может быть, только Иеремия и Варух, я не знаю. Господи, если ты сейчас начал этот суд, и ты будешь всех судить, кто не отмечен этим знаком защиты, то кто же останется? То есть это все, это конец Иерусалима, это конец твоего народа? И с 14 по 21 стихи, Господь уверяет Иеремию, нет, не Иеремию, а Иезекииля все-таки. Иеремию он тоже, кстати, уверял, но не так. Так вот, Иезекииля он уверяет, что даже хотя придет суд, Бог все равно оставит остаток, сохранит остаток, который будет возвращен в землю в будущем. И 15 стих. Сын человеческий, твоим братьям, твоим братьям, твоим единокровным и всему дому Израилеву. Всем им говорят, живущие в Иерусалиме, живите вдали от Господа. Нам во владение отдана эта земля. На это скажи. Так говорит Господь Бог, хотя я удалил их к народам, и хотя рассеял их по землям, поскольку они не слушались Бога, не, не повиновались Богу, но я буду для них некоторым святилищем в тех землях, куда пошли они. Затем скажи, так говорит Господь Бог, я соберу вас из народов и возвращу вас из земель, в которые вы рассеяны. И дам вам землю Израилеву. И придут туда, и извергнут из нее все гнусности ее и все мерзости ее, то есть будет покаяние очевидно. И они, они израильтяне, отставят, отложат всю эту грязь, которая стала причиной этого Божьего Суда, когда вернутся в землю, когда будут восстановлены в земле. 19 стих. И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них». То есть это будет сердце новое и новый дух. Это предвидение того, что потом будет развиваться с 36 по 37 главу Иезекииля. И результат, 20 стих, «Чтобы они ходили по заповедям моим и соблюдали уставы мои и выполняли их». Это так же, как предсказывал Иеремия в 31 главе. То есть это опять речь идет о реалиях Нового Завета. Дальше. «И будут моим народом, и я буду их Богом». И это, друзья мои, отзвуки Завета с Авраамом. Они, как нация, являются семенем Авраама и Божьим народом. И, наконец, в этот момент они испытают, они ощутят подлинные отношения с Богом. Отношения, которые и должны быть у Божьего народа. И дальше напоминание в 21 стихе, «А чье сердце увлечется вслед гнусности их и мерзости их, поведение тех обращу на их голову», — говорит Господь Бог. То есть, прежде чем будет восстановление, основанное на послушании Господу и на покаянии Бог также разберется с неверными, с неправедными, с непослушными среди Его народа. То есть их поведение Он обрушит на их голову, и это началось уже в поколении и самого Иезекииля, и дальше будет продолжаться. А тут мы переходим дальше к следующим стихам. 22, 22 по 25 стихи. «Слава Божия, то, что видел Иезекииль, это то, как слава Божия отошла от города». И когда он это увидел, 24 стих. «И Дух Божий поднял меня и перенес меня в Халдею, к переселенцам, в видении, Духом Божиим» и отошло от меня видение, которое я видел. И я пересказал переселенцам все слова Господа, которые Он открыл мне». То есть сейчас Бог ему как бы говорит «все, ты можешь сказать». И он рассказывает. И никакого результата это не приносит. Мы не узнаем ничего об ответе слушателей. Но очевидно, вот это видение, которое описывается здесь с 8 по 11 главы, подводит нас к тому, как Иезекииль исправляет дом израильский, к тому, как Иезекииль обличает их в грехе, к тому, как Иезекииль говорит им о грядущем суде, и вот эти слова не имеют никакого воздействия на мятежных пленников, на мятежных изгнанников, которые слушают слово Иезекииля. И мы оставляем это видение с 12 по 19 главы, чтобы увидеть исправление, Бога, исправление Дома Израилева. И начинается оно с двух важных символических действий, которые указывают на то, что это пленение, этот плен приведет к разорению Иерусалима. И в 19, 19 главе стенание о князьях Израиля, стенание о лидерах народа, о тех, кто еще остается. И вот это стенание, этот плач указывает на то, что придет Божий суд на этих людей. Этот плач происходит после того, как уже совершилась смерть. Вот этот фрагмент начинается с 12 главы, как я уже сказал, с двух символических действий. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminari.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.